Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется «Ням-ням монстры». Ну что ж, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Хотя это игра из жанра ИО, что-то типа того. Я немножко поиграл, буквально один уровень. Так что давайте посмотрим. Да, кстати, видите, здесь разные будут у нас монстрики с разной раскраской. Вот до таких вот они вырастают у нас. Маленький, потом побольше и совсем уже великан. Так, ладно. В общем, с этим понятно все. Это вот мой в данный момент, каким я играю. Ну что ж, давайте посмотрим непосредственно на игровой процесс. Тут у меня, как известно, будет три цели. Кушать, есть врагов и выживать. Ну что же, погнали, мини-карта. Так, загрузочка идет на тачке, вот это я, ребята. Побежали. Так, ну вот эти вот конфетки. Для начала нам надо съедать, чтобы хоть как-то вырасти. Хоть маленько. Так, я пока на первом месте. Отлично все. Главное съедать побольше конфеток. Потом мы с вами подрастем и уже приступим к поеданию врагов. Кто-то там уже открыл первую кровь. Очень интересно. Так, ну что, я пока на первом месте. Дайте сюда мне. Во-во-во. Опа. Ну что, подходи, мелочь. Бернис, куда побежал? Иди сюда, а. Ты смотри, какие. Да, кстати, я еще хотел сказать, когда мы становимся больше, растем, мы становимся еще при этом медленнее. Очень медленно будем передвигаться, ребят. Давай, вот так вот. Все, одного слопали. Ну что ты тут бегаешь, а? Иди сюда, Бартли. О-о-о-о, а вот это уже Варт, серьезненький чувак. Но, тем не менее, я все равно на первом месте. Вот так, отлично. Схамкали. Иди сюда, малыш. Тоби. Ах ты, черт побери, а. Кто-то меня оглушил молнией. Но он за это поплатился, я думаю. Как вы видите, наверху идет отсчет времени, то бишь, нам нужно продержаться. Ну и, естественно, быть на первых позициях. Иди сюда, малыш, опа. Схамкали. О, ребята, вот теперь я достиг максимальной своей раскачки. Теперь нам никто не страшен. Но единственное, да, медленно мы очень передвигаемся. То бишь догнать нам кого-то из маленьких уже будет проблематично. Всякие тут метеориты летят. Ну, нам на них пофиг. Как видите, карта открыта. По ней отображаются цели, враги. Вот так вот. Мне сейчас, в принципе, на них пофиг, на всех. Вот Варда можно было схрамкать бы. Седьмой уровень. Вот так, отлично. Видели, ребята, я его оглушил, а потом съел. Так, миску обязательно поднимем. Малыш, иди сюда. А ты смотри, Бартли съел малыша. Ну, гаденыш, зато я съел Бартли уже. 58 секунд, ребята, осталось нам продержаться. И все будет чики-чики. Ёлки-палки, у меня уже 3000 очков. Иду на рекорд. Так, это что у нас? Это у нас невидимость. Я еще, правда, не знаю, не пользовался здесь скиллами. Но теперь я буду знать, что стел это невидимка. Также здесь можно... О-о-о, тихо. Отлично, успел отойти. О, иди сюда, Вивен. Ай, не догнать мне, ладно, пускай бегает. Все равно тут осталось уже 25 секунд. Думаю, за это время меня никто не победил. Это невероятно! Это уж точно невероятно. О, Варт. Опять маленьким. Видать, где-то там помереть уже успел. Ну что, 6 секунд.
И время кончилось, ребята, время кончилось. И я на первом месте. Получаю что? 10 звезд. Так, отлично. Ага, у меня еще тем более ранг новичок, ребят. А я думаю, что так все легко-то идет? А оказывается, тут ранги. И я, значит, в самом-самом начале всей этой эпопеи. О, когда маленький, так быстро двигается. Шустренько, я бы сказал даже. Тири-тири-тириц. Где эти конфетки? Черт, не вижу конфет. А вот они. Так, ну, как видите, с каждым разом в игру все больше и больше. Оп, а мимо. Все больше и больше заходит людей. О, защита. Шилд. В любой момент, ребята, я могу его активировать. Ох, как я быстро подрос, а. И нас уже здесь на карте прилично-прилично появляются. Но я на первом месте. Мурил. Мурил там бегает какой-то. Так, седьмой уровень у меня. Сейчас будет уже восьмой. Отлично, мясо съедим. Ну, оп, отличненько. Слопали. Так, тут у нас Мирой бегает. Его тоже съедим. Как говорится, до кучи, подкрепимся. Самое главное жрать вот эти куски мяса. Они больше всего дают нам опыта, за счет чего мы быстрее растем. Так, во-во-во-во, вот это тоже надо. Шикарно, почти 11 уровень у меня. Что такое, оглушили тебя, да? Ну, извини. И вот 11 уровень, ребята. На 11 уровне я становлюсь вот таким вот амбалом. Иди-ка сюда. Разбегался тут. Опа, ребята, вот это вот это было серьезная замашка. И я так понимаю, это сделал Вард. Так, Бернис, ты прости. Пришлось, как говорится, подкрепиться вами. Так, 1740 очей у меня. Во-во-во, моя. Опа, съел, отлично. Такая довольно неприхотливая и простенькая игра. Ребекка, извини. Спасибо за подкреп. На карте я обозначаюсь зеленой звездочкой. Оп. А красненькими точками это вот эти вот мальки. Андрей тут бегает. Чем вокруг? О-о-о-о-о-о-о, куда разогнался, братишка? Прости. Это невероятно. Так, я смотрю, тут еще один какой-то крупненький бегает. Но мне за ним все равно не угнаться. Так что Rampage. Буду пока ходить тут и кушать. Времени у нас осталось, ребята, минута. Минуту мне продержаться. Так. Отлично. Rampage. Причем я играл в нее в свое время на андроиде, ну, на мобиле. Мне почему-то кажется, что здесь на эмуляторе намного проще играть. По крайней мере, экранчик крупный. Все довольно хорошо видно, несмотря на то, что тут почти полэкрана занимают все вот эти вот карты и статистика. То бишь, на андроиде играть можно. Ой, на андроиде, на эмуляторе. А вот на мобильнике как-то не ахти. Так, 25 секунд у нас осталось, ребят, сейчас. Немножечко еще подождем. И опять, я думаю, будем мы с вами на первом месте. Попался, братишка. Опа, 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 кто-то там расстрелялся чересчур. Ребекка, мое мясо! Не трогать, вот тебя сожрали заодно. Ну что же, 4080 очей у меня. Я получаю опять первое место, 10 звезд. Уровень новичка у меня растет. Так, было 3, 2, потом будет 1. А потом уже должны, наверное, перейти в следующую лигу. Поехали. Ну где вы все, ребята, а? Так, давайте есть, кушать быстренько ягодки. Обязательно надо быть на первом месте сразу же.
то на втором месте как-то не айс. Я уже не говорю там про пятый и десятый. Ну, конечно, скорее всего, в эту игру играют детишки. Я сомневаюсь, что будут довольно-таки взрослые люди в нее играть. Но, тем не менее, скоротать времечко можно. Воу, я уже подрос. Хотя, ребята, я на уровне новичков, поэтому тут все понятно, что так все легко и просто. Когда дойдешь уже до... А, нет, он в защите был. Не получится у него съесть. Обидно. Вот. А уже когда на продвинутых уровнях, я думаю, там будет все довольно-довольно серьезно. И бойня будет жестокая. Это я пока тут так прохлаждаюсь. Ну, давай-давай. Мне нужно как можно быстрее... Оп! Иди сюда, не грусти, родной, я тебе... Ай, не получилось есть. Мне нужно как можно быстрее получить 11 уровень, чтобы я был уже по максималке. Так, и мне буквально немножко осталось. Ну иди сюда, давай, вот так, спасибо. Вот это видали, ребята? Смайлики могу ставить. Тут еще есть микрофон, но я им не пользовался. Видимо, можно говорить ребятам что-нибудь там. Привет, как дела и так далее и тому подобное. Оу, вы смотрите, а? Меня понизили, блин. Блин, придется опять все заново набирать. Так, дайте. Ага, заморозка, ребята. Слушайте, я на втором месте, как ни странно. Ого. Нет, уже опять на первом. Значит, здесь есть... Такой же здоровячок. Вот он, наверное, да? Иди сюда. Нет, это не он был. Где же этот здоровяк-то, а? Я его хочу съесть. Так, где он тут по карте? Ну, давай. Ага, вот, вот. Ну, иди сюда. Иди, иди, иди. Блин, он быстрее меня двигается. Ха-ха, заморозил я его и съел. Вот так вот будет знать, как малышей обижать. Так, на втором месте Спринг. Где он находится? Ага, они там наверху, второе и третье место крутятся. Вот он, понятно. Все, я понял. Гриффит друг друга колбасит тут вообще. На-ка. С ускорением там бегают друг за другом, как эти. Эй. Блин, вообще. Я, наверное, вообще не понимаю, что здесь надо друг друга поедать. Просто так бегают здесь, даже конфеты не едят. Так, ну что, ребята, 30 секунд осталось. Естественно, я буду на этом, на первом месте. Никакой себе эту конкуренции не вижу абсолютно. Нет, хотя вот Спринг... Да, он так... 1220 очей имеет, но мне на него пофиг. Тем более у меня уже щит и время подходит к концу. Вот он. Надо было его слопать. Ну-ка иди сюда, успею. Ребят, я специально поставил щит, чтобы его сожрать. Вот, а он меня нет. Ну что же, 10 очей. Я попадаю на новичок 1. Да. И вот когда проходишь уже новичок 1, ты переходишь уже на следующий уровень, на следующий ранг. Как тут вернуться-то обратно, блин? Так. Вот здесь. Ну что же. Где-то здесь у нас должно все это показываться. О! Обязательно надо собрать звезды. За них мы можем покупать новых монстров. Так, что еще тут есть? Друзья, ранг. Вот мой ранг, ребята. Понятно. Так, что еще? Да, ребята, а вот, смотрите, я новичок, потом идет еще и так далее. И тут уже легенда просто-напросто. Я даже боюсь представить, что там на легенде будет твориться. Там, наверное, просто жесть. Ну что ж, давайте, наверное, глянем еще по-быренькому, какие здесь монстрики есть. Так, двухголовый, я смотрю, летучая мышка.
Так, вот какой-то квест нужно выполнить, чтобы вот этого чувачка открыть. Так, я не понял, какой. Этот за 300 открывается звезд. И так далее. Тут, видите, у нас 5000 звезд. Смотрите. Вау. Такой, нифига он. А этот, горилла. Ё-моё, фига, зверюга. Просто зверюга. Нормально такой чувачок. Это кто такой? Мамонтёнок, что ли? Да, точно. Ну что ж, ребята, наверное, на этом я буду завершать вот такой свой коротенький обзор этой игры. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих выпусках. А на этом я буду завершать. Всем спасибо. И до скорых встреч, ребята. Увидимся.